Shadów. Что тут у нас? Лошади. Говно стоит, светится. Неплохо. Живем. Живем. В лесах дохера какао-бобо. Из какао-бобов можно делать печеньки. Вот, кстати, раньше на старых, еще пипец каких старых версиях Майнкрафта была такая херня, что нельзя было крафтить печеньки. И если ты заходил кому-то в дом и видел, что у него есть печеньки, тогда люди знали, что этот человек, он просто охереть как много играл в Майнкрафт в то время. Что это был просто не человек, а сверхразум. Потому что печеньки тогда реально было, как я понимаю, трудно добыть. Они там только в данжах спавнились или еще что-то. Так что тогда было два варианта. Либо это читер, либо это просто проигрок. Проигрок в Майнкрафте. Киберспортсмен, я бы сказал. Киберспортсмен по Майнкрафту. КМС по Майнкрафту, отвечаю. Для этой фермы, кстати, понадобится все вот это обратно выкопать. Неплохо, неплохо. Как бы молодец вообще. У меня вот еще идея, короче, классная есть, это ресурс-пак поставить интересный какой-нибудь. Ну, типа, почему нет? У меня есть парочка интересных ресурс-паков, которые, ну, лично мне нравятся, а потом, может быть, ваши попробую, ну, типа, why not? Итак, нам нужны нитки и редстоун. Для этого нужно пойти в шахту и еще раз... Вообще, для этого нужна еда. Как бы да. Как видите, она у меня уже почти вся закончилась. Итак... Сори, овечка, but your life... Я хотел продолжить эту фразу и сделать из нее что-то эпичное, но у меня не получилось, поэтому как-то да. 8 желе... Ооо, 8 золота, о да... О да! Вот это кайф. Вот часы есть, ума не надо. Обычно у меня так инвентарь выглядел на каких-нибудь серверах, когда мы там с чириками играли. Было забавно, у меня инвентарь практически точно так же выглядел, как помойка. У меня же был вроде как верстак. Нет, у меня не было верстака, что? Окей, это странно. Верстак всегда нужен, я вот вам просто отвечаю. Все, у нас здесь немного хавки, можем пойти в шахту. Почему нет? Вообще было бы удобнее поставить инвентарь Twix на этот ванильный Майнкрафт, но я не хочу модами засирать свой Майнкрафт. Вот смотрите, что делает OpenGL новый. Просто... Не надо никаких динамик лайт, просто с собой факел носишь, тебе норм. А, нет! I don't wanna to die! Wanna to be life! Не ищет меня. Я знаю, что это за звуки! И я не хочу связываться с этим существом. Особенно сейчас. Поэтому как бы да. Меня спросят, нахера тебе редстоун? Ты шо? Ты поехавший, что ли? О, нет. А! What the fuck? Откуда? Я испугался, если честно. Блин, я уже, по-моему, запутался, где я. Меня этот зомби испугал. Эндерман, привет. Я не хотел тебя беспокоить, если честно. Живи тут нормально, спокойно. Я не хочу тебя трогать. До свидания. Почему эта игра стала такой страшной? Объясните мне. Это ванильный Майнкрафт. Какого черта? Без музыки Майнкрафт играть как-то очень страшно. Вроде бы обычная кубическая игра, типа сделанная на Java, которая работает через жопу. А почему-то страшно. Кстати, пишите в комментарии, если вы хотите, чтобы я делал это прохождение карт, потому что я так посмотрел, типа. Вроде как люди все еще этим не интересуются, но, типа, было бы неплохо, я бы хотел бы себе что-нибудь новенькое из этого, из этой игры вынести. Ну почему так много угля? Я не хочу быть негром в жопе негра! Не хочу! Видно, мне придется. К сожалению. Уже почти ночь наступила. I can see you, bitch.
I can see you. Неплохо. Майнкрафтер 2.8, это че? Опа! Еще я наблюдок! Хопа! 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 Еще один где-то. Ага, вот ты где. А, вон он, еще один. Что-то спаунер рядом, что ли? О, кстати, да, наверное, рядом спаунер. Я не понял, ублюдки. Что за херня? Теменоцкеба. Там реальный спаунер, походу. Нет, скелет дебил все-таки оказался. Ну, видно, не такой, как я. Опа! Видели? Нео! Матрица! Неплохо. Бомбезный пацан просто. Опа. Добрый вечер. Я диспетчер. Не забывайте Майнкрафт посмотреть вечером. Довольно неплохо, так я вам скажу. Шахта довольно огромная. Просто огромная. Это капец. Добыть здесь абсолютно все, я так считаю, тупо нереально. Я таких шахт, может быть, и видел, но очень редко. Максимум, когда играл с друзьями. Вот, либо генерация Майнкрафта как-то поменялась, и типа она стала более хардкорной такой. Либо, я не знаю. На улице ночь. А это значит, что убираться отсюда будет довольно проблематично. Ладно, я, пожалуй, отсюда сыбусь как-нибудь по-быстрому. Короче, пока идет перемотка в стиле а-ля Лолошка, я вам посоветую подписаться на нашу группу ВК, в которой мы сделали небольшой такой ребрендинг. Не, ну серьезно. Подпишись. Также я тут кое-какой проект готовлю. Вы можете меня, кстати, поддержать в этом, набрать мне хотя бы 70 подписоты ДНГ. Вот так. Не, ну а чё? Ну типа дарок мне на МГ сделайте, а я вам лайв-экшен видос запилю. Ой, ничего не знаю, короче, продолжаю смотреть видос. Какой никогда не... Какой сложности мы играем? Ну нормально, неплохо. Неплохо, но нормальной сложности. Один раз он уже сдох. Это же спор, да? Все отлично. Бежим. Там ведьма за спор... Твою мать! Откуда здесь ведьмы? Это вообще законно? Ведьмы, Карл! Что ж, это была довольно-таки серьезная серия. Мы отправились в шахту и поняли, что она огромна. Просто ну и дыра 2. Как бы пипец. Ладно, в общем, всем удачи, всем пока. Капец.